Яндекс News. Добрый день, уважаемые слушатели. Программа «Встретились, поговорили» в нашей студии. Мы встречаемся и говорим с Петровичем Андреем, представителем Латвийско-Европейского завода «Аквалайф». Добрый день. Да, здравствуйте, друзья. Смотри, вот недавно мы открыли. Прибор. Да, мы открыли. Вот он, видите, говорит даже с нами. Доброго здоровья желает. Но я пришел к вам не просто так. Я пришел к вам выпить, друзья. И первый тост поднять, стаканчик воды, правда, воды. Хочу за ваше здоровье, потому что мы сегодня поговорим о здоровье, поговорим о воде, поговорим о не только о воде, но и о новом приборе, который вот мы уже получили. И я заключил договор с компанией Denos. Да, эта компания недавно продалась, может быть, люди ее знают, ее купил Faberlic. И они выпустили новый прибор 2020 года. Вот этот прибор у меня в руке. Да? Но так как я 8 лет уже занимаюсь ионизаторами воды, вначале я продавал приборы литовского завода, вот уже 3 года, как у меня свой завод в России, в Москве, и вот недавно мы открыли производственный цех, сборочный цех здесь, в Риге, да. И я хотел бы вас пригласить, во-первых, в наш магазин, он называется Immunitas, да, или правильно сказать Immunitas, не знаю как, на латыни, да, но в этом слове есть ответ на все наши вопросы. Вот говорят, вакцина от коронавируса изобретена, но на самом-то деле, что такое вакцина от коронавируса? Это наш иммунитет, который был изобретен еще 20 тысяч или сколько-то, 20 миллиардов лет назад. И вот магазин Immunitas, который находится на улице Гертруда 64, работает с 11 часов утра до 7 часов вечера без обеда. Выходной только воскресенье, да, в субботу он работает с 11 до 14. Я вас приглашаю, друзья, потому что там вы сможете испить настоящий живой, мертвый, серебряный и водородной воды. Или как она называется в научном мире, щелочная и кислотная вода. И вот за вас я делаю первый глоток. То есть получается, что можно прийти в магазин, попросить, вот налейте мне такой водички, такой водички, такой водички. Да, и тем более, что будут скоро новые аппараты, которые мы выпустили уже в России. И это аппараты, сделанные для американского рынка. Я их также буду производить и в Латвии, да, потому что основная наша продажа идут на Германию. На Германию, вот сейчас будут они идти на Америку. Но любой желающий может нашу продукцию взять на трехмесячный тестовый период. То есть, мы не продаем ничего. То есть, вот когда я пришел в эту тему, в тему ионизации воды, а я пришел сюда из политической рекламы, да, то есть, из политической рекламы, я работал как кризис-менеджер. Наверное, нету ни одной компании в Латвии крупной, с которой я не работал, да, в свое время. Но это в прошлом. И сегодня я полностью сосредоточился на теме здоровья и на теме ионизации воды. И вот вы, как человек, который имеет наш прибор, можете подтвердить, что это работает. Ну, всей семьей. Да, ну вот, но многие еще думают и относятся к ионизаторам воды. Многие видят нашу рекламу, наверное, на Первом канале, да, она у нас идет там уже долгое время. Но все-таки ионизаторы воды – это очень спорная тема. Еще многие люди считают, что они не работают. Когда я в эту тему пришел, все гениальное просто, я добавил только тестовый период. То есть, любой желающий может взять наш ионизатор-очиститель воды «Аквалайф Спа Аква». Это прибор премиум-класса, который готовит из обычной водопроводной воды или любой другой питьевой воды более 300 видов ионизированных растворов. Щелочных, кислотных, серебряных и водородных. Так вот, этот прибор вы просто можете взять на 3 месяца на тест. И если вы не увидите результат, если вам не понравится вкус воды, если вы посчитаете, что пользоваться прибором будет тяжело, вы можете этот прибор вернуть. А мы вернем вам все деньги. Да, все деньги за прибор. Но как в России, так и в Европе у нас возврат в меньше 2%. То есть, вот 98% это эффективность прибора. Да, ионизатор воды – это не прибор медицинской тематики. Ионизированная вода – это не лекарство. Но это, опять же, небольшая дуристика. Дуристика, казуистика юридическая. Почему? Потому что в Японии, а это самая здоровая нация на Земле, ионизатор воды является прибором медицинской тематики. И Япония – это самая здоровая нация на Земле. Там такой прибор имеет каждая пятая семья. Значит, в Советском Союзе ионизатор воды, или как он тогда назывался, активатор воды, тоже был прибор медицинской тематики. И такая водичка продавалась под названием каталит и аналит в каждой аптеке Советского Союза. Но почему я доверяю этому прибору? Да, потому что, если вы помните, в Советском Союзе кто платил за лекарства? Кто? Государство. Государство. Да. Значит, можно было доверять, правильно? Можно было доверять тому, что это работает. Если бы это не работало, то никто бы, во-первых, это не давал на тестовый период, а во-вторых, ну, как правильно сказать, никто бы, государство бы не давало в Японии эти приборы, не устанавливало в школьных, дошкольных, детских, лечебных и во всех других учреждениях. Поэтому моя задача была, вот за все эти 8 лет, что я этим занимаюсь, донести до людей прописные, в принципе,
принципе истины, что стоит взять и попробовать. Стоит попробовать живую воду, стоит попробовать вымачивать в ней овощи и фрукты, стоит попробовать мертвую воду, потому что она убивает все вирусы и бактерии, которые есть. Вот вы, как человек, который пользуется нашим прибором, расскажите, что вот вы думаете об этом? У вас еще старая модель прибора. У меня старый. Да, а новый прибор, он обладает голосовым помощником. Он вам говорит, если вы что-то делаете неправильно. Там защита от воды IP54. Он на 3,5 литра. Готовит или 3,5 литра воды водородной, что важно для людей с высоким давлением. Готовит 3 литра воды щелочной, которая обладает антиоксидантными свойствами, которая в первую очередь восстанавливает иммунную систему, которая нормализует сахар в крови, нормализует давление, нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Если у вас запоры, вот, например, запоры человека, он может быть добрым. Да какой он может быть добрым? Это, кстати, не смешно, потому что большинство пожилых людей – запоры. Дальше. Если у вас повышенный сахар в крови, это тоже не смешно. Вот я, например, человек, который испытывает панические атаки. Вы знаете, что это такое? Вот я в эфире сижу, меня накрывает, и это ужас. А вот у меня есть второй прибор, да, который вот медицинский, который я вам озвучил. Называется он Neurodense PKM. И здесь есть множество режимов, и один режим от СВД – сосудистая с дистонией. Вот если я сейчас приложу его условно к телу, то эта паническая атака может пройти. Это тоже страшная вещь. Так вот, друзья, вообще жизнь страшная вещь. Овощи и фрукты страшная вещь, потому что есть первого сорта, есть второго сорта. Их сегодня мало мыть, их нужно вымачивать. Мясо, рыба, все, что мы кушаем, это нужно вымачивать, это нужно мало мыть. Да, вот, а в щелочной воде она все вытягивает из нашего организма. Хотите похудеть? Попробуйте пить воду. Вы пьете лекарства, вы их запиваете водой. У вас, например, аллергия? Попробуйте. Вот есть новый аппарат, который я только что привез вот из России. Да? Ну, он мне пришел по почте. То есть, мы сейчас уже в России мы их продаем на нашем сайте immunitas.life. Запишите этот сайт с двумя М. immunitas.life. Или наши российские сайты spaaqua.ru и aqualife.club. Или проще наберите два слова в поисковике. Ионизатор Aqualife. Или Петрович Аквалайф, да, Петрович – это моя фамилия. Так вот, аллергия, если у вас есть, вам этот прибор стоит подойти, потому что в отличие от Аквалайф Спаква, прибор Neurodense PKM, он выглядит примерно как электробритва, да, то есть, ну, только больше похож на мобильный телефон с цветным дисплеем. А он дается, во-первых, на тест на 30 дней, и в течение этого срока вы сами решаете, работает он или не работает. Но это прибор медицинский, который прошел все клинические исследования как в России, так и в Европе, да. Значит, аллергия, боль, боль сильная, вздутие. СВД, ВСД, то есть гипертония, гипотония, голова болит, горло болит, диарея, ЖКТ, да, я хотел сказать ЖКХ, это тоже боль для нас, да, но ЖКТ это тоже серьезная боль, желудочно-кишечный тракт, запор, вот. Кашель, мышцы, если болят, для спортсменов, насморк, почки. Вот насморк очень хорошо снимает за несколько минут. То есть, сеанс длится очень быстро. Он маленькими электрическими разрядами исправляет вот эти проблемы. Потому что, ну, еще раз говорю, вот если вы помните, в Советском Союзе вот эта вся техника, которую я вам предлагаю, это эхо советской цивилизации. Ну, а так как у меня ежедневные эфиры идут на радио «Комсомольская правда», у меня часовой эфир, каждый ежедневный программа называется «На чистую воду», и ежедневный эфир на радио «Эхо Москвы», да, каждый день, или в 11, или в 12 часов, то я вижу просто, как это помогает людям. Да, как это помогает людям. Есть отзывы, отклики? Ну, у нас на сайте spaaqua.ru или aqualife.club, на нашем YouTube-канале есть сотни и тысячи отзывов. Или на нашем Instagram-канале aqualife.club отзывы каждый день прибавляются. Да, потому что мы в России компания номер один по продажам. Это по исследованию РБК и Гидмаркет. То есть, ну, опять же, мы номер один только по одной простой причине. Потому что мы даем продукцию на тест. Вот сегодня же вы мало найдете компании, которая говорит, ребята, вы платите только за результат. Вот я, например, готов платить за результат. Почему алкоголь так популярен? Да? Потому что есть быстрый результат. Ну, а разве алкоголь, вот что с утра бывает? Похмелье сильное, правильно? Это значит отравление кислотами. Так вот, если вы приедете в магазин на Гертруда 64, возьмете водички кислотной, она такая кисленькая со вкусом лимона, и водички щелочной, она точно такая же, как вода из высокогорных источников, или по-другому талая вода, да-да-да. И сначала хлобыснете воды кислотной, а у нее pH такой же, как у водки, 3,0, а потом через полчаса выпьете воды щелочной,
похмелье снимется как рукой. Это я вам говорю, как человек бывалый. Да? Поэтому, друзья, вот те приборы, у нас есть также увлажнители воздуха, у нас есть также ионизаторы воздуха, то есть у нас есть также практически все, которые существуют в мире, системы очистки водоподготовки, да, то есть воды. Потому что сегодня воду нужно доочищать, она уже в скором времени будет не питьевая. Например, в Америке мало где вы найдете питьевой воды, в России тоже есть места, где вода не питьевая, у нас пока еще вода хорошая, но я считаю, что уже нужно подготовиться к тому, что в скором времени не только воздух, но и воду нужно будет доочищать. И для этого есть система очистки воды обратный осмос, для этого есть простые фильтры, начинается их стоимость от 30 евро до 3000 евро, цены разные в зависимости от ситуации. Да? А как ставится фильтр для очистки воды? Вот каким образом? Не таким, как вам, скажем, вам хочется, а вы идете, сдаете воду на анализ. И в зависимости от того, какие у вас есть превышения по каким-либо показателям, вам подбирается индивидуальный фильтр. Поэтому у нас специалист, там очень высокого класса, зовут его Гирц, друзья, на улице Гертрудас 64, это практически угол с Авату, улица Гертрудас 64, вы можете подъехать, там бесплатная стоянка, да, до 15 минут, и задать ему любые вопросы. Или прямо сейчас позвонить ему по телефону 2-700-5530. 2-700-5530. Запишите этот номер телефона, он вам пригодится. 2-700-5530. Итак, возвращаясь к воде, ну, давайте закончим с этим прибором. То есть, что это за прибор Neurodense ПКМ? Если вы помните, в Советском Союзе были такие кабинеты процедурные, где стояло множество разных аппаратов. Там, для горла, для спины, для всего. Они лечили низкими токами. Да? Вот этот прибор, ну, первый компьютер как выглядел? Он выглядел как целое огромное помещение, правильно? Как большое-большое помещение. А сегодня он мобильный телефон. Вот он компьютер, мобильный телефон. Да? Так вот этот прибор тоже уменьшился до размеров мобильного телефона. И это целый процедурный кабинет, который и спина, если болит, и почки, или суставы, или тошнота, или травмы, или удушье, или аллергия, или боль сильная, или вздутие живота, или, ну вот как бы ни называлось ваше заболевание, здесь есть специальная медицинская сертифицированная программа, которая вам поможет избавиться от боли. То есть надо приложить к больному прикладывать к больному месту, запускается программа, и в течение 2, максимум 5 минут проблема снимается. Например, комариный укус, насморк. Вы можете прямо прийти в магазин на улицу Гертруда 64 и провести эту процедуру, сидя на кожаном диванчике. Вот прибор мы вам дадим, вы это все проведете. Тем более, что даем мы его вам на тест на 30 дней. И если в течение 30 дней вы посчитаете, что этот прибор не работает, ну, а он не может не работать, потому что иначе бы его никто не давал на тест. Это же закономерность такая, да? Плюс компания Denos – это, ну, очень серьезная компания. Очень серьезная компания. И вот этот прибор – это новинка 2020 года, да, прибор. И вы в течение 30 дней разберетесь. Ну, можете прийти на улицу Гертруда 64, как я уже сказал, магазин Immunitas, да, наш сайт immunitas.life, наш телефон 2-700-5530, запишите этот номер 2-700-5530 и попробовать. Потому что я всегда считаю так, доверяй, но проверяй. И поэтому я руководствуюсь только здравомыслием и только собственным опытом. Таким прибором, ну, другой, более старым, я пользуюсь уже, наверное, лет 5. Я снимаю насморк. Если я, например, у меня насморк по каким-либо причинам, по-разному он может быть, может аллергический, может какой, вот приложил, так к носику, и насморка у тебя нет в течение 5 минут. Да, это не решает корень проблемы, то есть проблема ацидоза, проблема закисления нашего организма. Но с этим борется очень хорошо щелочная вода. Вот что такое щелочная вода? Наша кровь имеет pH 7,35-7,45, да, это кровь здорового человека. Когда наша кровь закисляется, что происходит с человеком? Человек впадает в кому. Что делают врачи-реаниматологи, которые выводят человека из комы? Они вводят ему в вену стерильный раствор щелочной воды, то есть раствор щелочи, да, чтобы вывести человека из комы. Это знает любой врач, который работает в скорой, или реаниматолог. Так вот, ионизированная щелочная вода, она решает, как говорил Козьма Прутков, взрыв корень. Она решает корень проблемы. В первую очередь она решает проблему ацидоза. А что такое ацидоз, или от латинского слова ацидос? Это в первую очередь проблема, которая связана с высоким давлением, с сахаром в крови, с запорами, с остеопорозом. Что такое остеопороз? Это когда организм расходует кальций для того, чтобы сохранить pH нашего организма, сохранить нашу жизнь. И вот когда человеку плохо, да, вот, например, он испытывает там нервы, или что ему говорят? Откройте окна!
как в собачье сердце, да, откройте окна, а также выпейте воды, стаканчик. Что, собственно, мы и делаем сейчас. Что мы и делаем, да. Так вот, друзья, главное, к чему я хочу вас привести, это к здравомыслию, потому что верите вы или не верите в ионизаторы воды, но вы не можете отвергать очевидное. То есть, тестовый период 3 месяца, в течение этого тестового периода 3-месячного вы сами поймете, работает это или не работает. Но, как я уже сказал, возвратов у нас за 8 лет моей деятельности, они не меняются, не больше 2%. Да, не больше 2%. Почему возвращают? Ну, кто-то говорит, не помогает. Кто-то говорит, срочно нужны деньги. Самая частая причина возврата – это срочно нужны деньги. Зайдите на наши сайты, если есть интернет. spaaqua.ru, aqualife.club. Это международный сайт на 8 языках. А также сайт латвийский, нового латвийского нашего завода – immunitas.life. С двумя «м». immunitas.life. Я вам советую это дело очень сильно. Потому что, как правило, раковые клетки, они развиваются в кислотной среде. И очень важно ощелачивать наш организм. Очень важно держать нашу кровь жидкой. То есть, чтобы не было инсультов, инфарктов, чтобы не было тромбов. И вот это во всем вам помогает щелочная вода. Но если вы аллергик, если вы астматик, если вы гипертоник, если у вас повышенный сахар в крови, если у вас запоры, или если у вас проблемы с ацидозом, а с ацидозом связано более 55 тысяч разных заболеваний. Но мое, опять же, это сугубо личное мнение, оценочное суждение. Я просто работал же, когда я занимался продвижением и с крупными фармкомпаниями. Да, вот какая самая... Вы знаете, есть такая одна очень крупный холдинг, Бауэр. Кому стоит памятник Бауэру? Наверное, какой-нибудь собачке, нет? Нет, аспирину. То есть, это самое продаваемое лекарство. Поэтому сегодня это, к сожалению, бизнес, медицина. Я пошел тут к врачу, зубки думал залечить 2. А мне сказали, что мне надо все зубы почти вырывать, десны переделывать, и это мне будет обойдется в 5000 евро. Тогда я пошел к другому врачу и за 200 евро починил 2 дырочки. Понимаете, как сегодня может быть? Я не хочу называть эту клинику, но я был в шоке. Я первый раз вот так попал. Потом я пошел к другому врачу проверить глаза. Меня сразу направили на томографию мозга в самую дорогую клинику. Орто, кажется, или как-то называется, 500 евро стоит. Потом еще туда. И сегодня мы можем попасть так к врачу. Это, опять же, мое сугубо личное мнение, оценочное суждение, что уже выйти оттуда без денег. Поэтому вот если вы придете к любому врачу и скажете, доктор, вот вы мне выписываете ваше лекарство, вы меня лечите, если это помогает мне в течение 3 месяца, я вам плачу. Если не помогает, возвращайте мне все деньги. Как вам ответят? Он скажет, вы знаете, вам надо на твайку, мы так не работаем. А вот мы так работаем. Поэтому я за 8 лет, например, ни разу не болел. Да, ни разу не болел. Я советую каждому из вас вот это дело попробовать. Во-первых, в щелочной воде вы вымачиваете овощи и фрукты, и вы будете видеть, как меняется их вкус и их польза для организма. Мясо, рыбу, курицу, сегодня их нужно вымачивать. Там есть химия, там есть анаболические стероиды, там есть гормоны роста, там есть антибиотики. Почему антибиотики на людей все меньше и меньше действуют? Почему? А, вы знаете, кстати, последние новости, что в Латвии снизилась продажа лекарств, медикаментов, рецептурных на 55%. А знаете почему? Почему? То есть, ну, оборот имеется в виду, денежный, валовый. А потому что стали выписывать теперь не определенный вид лекарства, а рецепт, где стоит химическая формула. Потому что одно лекарство может стоить условно 1 евро, и это же лекарство может стоить 40 евро. К сожалению, опять же, я считаю, что медицина сегодня – это больше бизнес, чем лечение. Да, есть прекрасные врачи, есть прекрасные специалисты, им низкий поклон. Но вот я, например, дарил свои приборы сейчас в клинике, где люди лечатся от коронавируса. И вот отзывы этих людей вы можете найти на наших сайтах и посмотреть, как это работает. Я не боюсь коронавируса. И вам советую не бояться, потому что если вы уже запустили этот вирус в голову, даже не имея его, он живет в вас, потому что все происходит в нашей голове. И есть такое понятие, как гипноз. Вот вроде с вами все в порядке, но можно внушить вам, что вы больны. И вот это внушение через средства массовой информации, оно происходит постоянно. Поэтому, друзья, я вам ничего внушить не хочу. Я хочу вам внушить только то, что вам стоит взять и попробовать наш прибор. Тем более, что сегодня на него действуют скидки. Так он стоит 499 евро.
Да, но не надо пугаться цене, потому что там электроды из металлов платиновой группы, голосовой помощник, защита от воды IP54, срок его службы 12 лет, гарантия на него 4 года, а гарантия на электроды из серебра и металлов платиновой группы, она 7 лет. Да. Так вот, вы в течение 3 месяцев разберетесь. Если вам это не поможет, не понравится, вы прибор вернете, так же, как вы его покупали. Тем более, что сегодня в подарок пойдет энциклопедия пищевых растений. Сегодня будет скидка 100 евро, то есть он будет стоить 399 евро. Сегодня в подарок пойдет энциклопедия пищевых растений. О травах все от А до Я, потому что трава – это лучшая аптека. Там заваривать, кстати, конечно, можно. Конечно, да. Она заваривается все в холодной воде. Mm-hmm. В щелочной воде завариваются все травы в холодной, потому что она прекрасный растворитель. Хотите похудеть – попробуйте. Хотите быть здоровыми – попробуйте. Хотите, чтобы ваша иммунная система была в порядке – попробуйте, потому что наш организм – это ионизатор воды. Мы тратим колоссальное число энергии, колоссальное число микро- и макроэлементов на то, чтобы вот ионизировать воду. А здесь, когда вы получаете воду уже ионизированную, у вас остается гигантский энергетический ресурс организма, и вы будете чувствовать бодрость, веселость, ну и жизнерадостность, причем в любом возрасте. Я своих детей пою этой водой, тещу свою Ирину Петерсон пою этой водой, мать свою пою этой водой, которой сняли диагноз остеопороз. То есть, я всем это дело очень сильно советую, вот ведущий не даст соврать, да, что вы вот сколько лет уже пьете? Ой, я не знаю, но мы пьем всей семьей, но несколько лет уже. Да, ну вот что там... сказать можете? Нет, ну только хорошее, то есть, ну, в принципе, не хватает воды, то есть, мы делаем несколько раз, потому что на всю семью не хватает, начинаем разливать, да. Берем с собой на работу. Друзья, щелочная вода для питья, для вымачивания овощей, фруктов, рыбы, мяса, для спа-процедур женщины, для красоты. Кислотная вода, это вторая вода, которая получается, это биоцид, зеленка, йод и перекись водорода в одном лице. От ожогов, от ран, от шрамов, от комариных укусов, от запаха ног, от грибковых инфекций, если у вас грибки на ногах, за неделю забудете. И вода получается еще и серебряная в этом приборе, и вода водородная получается. Но все я сегодня вам рассказать не успел. В подарок вам сегодня пойдет ионизатор воздуха, друзья, pH-тестер пойдет, да, а также у нас есть разные комплекты, которые вы можете найти на нашем сайте immunitas.life, на сайтах spaaqua.ru, aqualife.club, или приехав, вот действительно, приедьте в магазин на улице Гертрудес, 64, улица Гертрудес, 64, это почти угол Савату, магазин Immunitas, улица Гертрудес, 64, или просто прямо сейчас позвоните по номеру телефона 2700, 0-5-5-30. 2-7-0-0-5-5-30. У нас очень много разных приборов, и все эти приборы мы даем на тестовый период. Или на 3 месяца, или на 30 дней. И вы сами разберетесь, работает это или нет. Но я за свои слова отвечаю, это работает, это помогает. Потому что в Советский Союз платил за наше лечение сам. И им было выгодно, как и в Японии, выгодно, чтобы люди были здоровыми. А у нас пока выгодно, чтобы люди болели. Потому что сегодня фарм – это бизнес. Это бизнес. Вот я так считаю, друзья. Поэтому звоните 2700-5530, выводите себя и других на чистую воду, дышите чистым воздухом, берите на тестовый период медицинский прибор Нейроденс ПКМ, и как бы ни называлось ваше заболевание, или вы полностью здоровый человек, я вам советую это дело попробовать. И в течение тестового периода понять, что, во-первых, вода вкусная, во-вторых, вода полезная, в-третьих, вода эффективная, и самое главное, что это очень дешево, потому что если разбить стоимость прибора 12 лет на количество дней, то стоимость щелочной, кислотной, серебряной, водородной воды будет равняться всего лишь меньше, ну, 10-15 центов в день. А сколько сегодня стоит бутылка минералки? А эта вода равно минеральная вода. В ней есть кальций, натрий, магний, калий. Поэтому записывайте номер 2-700-5530. 2-700-5530. 2-700-5530. 2-700-5530. Улица Гертруда, 64. Магазин Immunitas. Мы работаем с 11 часов утра до 7 часов вечера. Приходите, пробуйте, пользуйтесь, и потом вы меня будете благодарить, как и благодарят нас всегда наши покупатели, потому что я всегда руководствуюсь одним принципом – доверяй, но проверяй. И у вас будет время, или 30 дней, или 3 месяца, чтобы проверить и убедиться в том, что это работает. Поэтому приходите, улица Гертрудес, 64, улица Гертрудес, 64, бывшая Карла Маркса, а также номер телефона 2-700-5530. Сегодня действуют скидки и большие комплекты подарков. 2-700-5530. Звоните!